А в ринг приглашается седьмая пара. Василий Ломаченко, Украина. Федор Виноградов, Россия. В красном углу Василий Ломаченко, Украина. В синем углу Федор Виноградов, Россия. Весовая категория до 64 килограмм. В красном углу ринга к продолжению боя готовится заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2009 года, чемпион мира 2011 года Василий Ломаченко, Украина.
Ему 24 года. Счет боям не ведет. Тренируется под руководством своего отца Анатолия Ломаченко. Синим углу ринга отдыхает представитель России Федор Виноградов. Ему 20 лет, мастер спорта. Боксом занимается 11 лет. Провел 154 боя, из них 140 вышел победителем. Является призером первенства России среди юниоров 2010 года. А к выходу в ринг приготовится 9-й паре. Олег Зубенко, Украина, Роман Масалимов, Украина.
А в этом бою со счетом 14-3 победу одержал Василий Ломаченко, Украина. Ринга к продолжению боя готовится заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2009 года, чемпион мира 2011 года Василий Ломаченко, Украина. Ему 24 года, счет боям не ведет. Тренируется под руководством своего отца Анатолия Ломаченко.
является призером первенства России среди юниоров 2010 года. А к выходу в ринг приготовится 9-й паре. Олег Зубенко, Украина, Роман Масалимов, Украина. В синем углу ринга отдыхает представитель России Федор Виноградов. Ему 20 лет, мастер спорта. Боксом занимается 11 лет. Провел 154 боя, из них 140 вышел победителем. А в ринг приглашается 7-я пара. Василий Ломаченко, Украина. Федор Виноградов, Россия. В красном углу Василий Ломаченко, Украина. В синем углу Федор Виноградов, Россия.
весовая категория до 64 килограмм.